Всем привет! Сегодня на канале Софиасян. Сегодня мы открываем набор макринтачка. Угу. Мы уже одну сделали с песочка. Да. Картину с песочком посылаем. Еще делать макроводка. Еще и кваски. Еще. Сейчас мы попробуем сделать рамочку из гипса. Да. София, сядь и не дергай, пожалуйста. Да, сядь. Так, вот такие здесь. Формочки. Рамочка. Есть еще для магнитиков такие. Сейчас мы попробуем сделать рамочку. Тут надо все быть очень аккуратным. Да. Вот. Я буду мешать. Еще и квасить я буду. Ну, сначала надо залить рамочку, там она должна сохнуть сколько-то. 2 часа, по-моему. Сейчас, держи твой стаканчик, подожди, не спеши. Тут все надо очень аккуратно. Пишет инструкция. Что? Мы будем квасить квасику. Вот такой здесь гипс. Вязку, гипс у нас будет. Мамочка сама боится. Не, не бойся. Это же перевязка. Ну, мамочка, слава богу, не сломала руку, но это же гипс, знаешь? Когда кто-то что-то ломает, гипс наносят. Ходят с гипсом. И стали использовать еще и для... На тебе ложечку. Спасибо. Так, аккуратно. Я сейчас буду насыпать, а ты медленно или быстро... Давай, размешивай. Помогай, размешивай мне. Гипс размешивай. Я буду... Да, размешивай прямо сейчас. Размешивай. Нет, я хочу, чтобы ты это сделал. Тут надо быстро. Я сама хочу. Ну так давай. Еще, еще быстренько. Как манка, знаешь? Ага. Смотри аккуратно, чтобы глаза не ляпснуло. Так. Еще, еще, еще. Быстренько. Сильно много, надо, чтобы оно было густое. Все. Давай я размешаю, если не хочешь размешать. Ой, что же делать с сивочкой? Так. Наверное, все надо. Если что-то добавим водички. Не так страшно. Так. Да, я размешаю. Сейчас у нас такие формочки есть. Да? Да, сейчас мы зальем. У тебя уже руки. Ничего страшного, сейчас быстренько зальем. Это... И помоем. Это сюрприз. Смотри, это формочка. Как для сюрприза, да? Да, это сюрприз. Так, тщательно надо. Это приз. Приз это. Приз. Приз? Да, приз. Это потом застынет гипс и будет рамочка, Дотя. Да. Сейчас аккуратно надо разлить. Придерживай мне рамочку, а мамочка разольет. Так надо быстро-быстро там написано лить. С этой стороны. Сейчас быстро разровняю. Ты туда пальцы только не суй, хорошо? А то там такие застрянут пальчики. Будет рамочка с Софикиными пальчиками, не дай бог. Они прилипают? Да, застрянут. Это как же как цемент, знаешь? Да. Так же гипс. Это цемент. Да. Сейчас мы ее разровняем. Это такой цемент. Так, чтобы ровненько было. Да, я развесила холосила, да? Да. Ты молодец, справилась. Теперь нужно его
Больше ломают. Все уже? Да. Ровненько. И оставим на 2 часа. Да. И он у нас застынет. Да, и будем разукрашивать потом. Все. Так, сейчас зальем еще формочки, сделаем. Такие машинки. Можно на холодильник. Там у нас еще есть магнитики, да, Дотя? Да, магнитики. Потом все это с тобой разукрасим. Будет красота. Будет у нас Маквин. Да, видишь, быстренько, пока оно такое жиденькое. Да, да, хорошо. Но это же не йогурт. Так. Это не йогурт, я его не пью. Чего? Йогурты пьют, а тимет нет. Вот, видишь? Здорово. Сюда немножечко добавим. Надо хорошенько разровнять, чтобы они были гладенькие. Тут с этой стороны будет крепиться магнитик. Итак, прошло 2 часа. Потом мы из формочки их вытащили. Формочки у нас еще вот остались. От рамочки, от магнитика, так что можно будет еще использовать. В принципе, я думаю, что можно в любой аптеке купить еще гипс и делать подарки и бабушкам, и с дедушкам, и своим знакомым. Вот, получились. А, потом еще на сутки дали отстояться. Вот такие машинки получились, которые можно сейчас раскрашивать будем. Софиечка пока не побьет. София, подожди. Ну, я подняю. Я сама подумаю. Хорошо. Так. Они довольно-таки прочные, он даже упал, и ничего с ней нет. Вот, давай сначала, наверное, есть такой магнитик еще. Поделим его на 4 части, мамочка сейчас поделит. Сразу его. Время. И еще. Сейчас ты вода. Да, классно получилось. Правда, старайтесь выносить на балкон, потому что, ну, запах не очень был, если честно. Так, давай приклеивай вот так вот с этой стороны. Это магнитик. Приклеивается? Да. А ну-ка. Нормально. Ты выбирай пока себе машинку, которую ты будешь разукрашивать. Мы максимально сделали тогда ровненькое, чтобы увидеть для чего, чтобы магнитик хорошо пристал. Так, вот здесь у нас еще нет магнитика. В принципе, из этого подарка, Дося, что тебе понравилось? Ну, из этой коробочки, которая 5 поделок. Что больше всего понравилось это? Делать? Это. Мне тоже, если честно. Вот. Интересно наблюдать то, что получается в процессе. Хоть и приходится ждать целые сутки, пока высохнет. Но зато я вам сейчас покажу. Я уже... Ты что, отклеила, Дося? Я уже рамочку сделала Софики. Ну, чтобы наглядный пример, и чтобы время не забирать. Вон Софиечка такая еще масенькая девочка была. Сколько? Софиечке где-то тут 8 месяцев. Да. Вот такая рамка получилась. Ага. Можно что-то придумать потом. Можно просто как на стенку поставить. Облокотить будет стоять вот так вот, либо я просто взяла фотку и здесь скотчем ее приделала, а там уже можно что-то придумать. Вот. Очень довольно-таки красочно, красиво получилось. Я же еще раз повторю, что формочки остались, можно цвета менять машинки. Ну, Маквин у нас красный, останется красным. Вот, а здесь вот можно какие-то другие цвета. Я смотрела, в принципе, как
оно будет вот такая рамочка. Вот. Сейчас Софиечка будет сама красить. Вот такие вот есть тут тоже. Очень хорошая инструкция. Мне очень понравилась, кстати, очень доходчивая, даже для меня. А вот. Вот такие вот должны, Дося, получиться. Давай, ставь. Какую выберешь? Может, вот этого. Бери самого легкого. Вот этого вот. Его можно покрасить, допустим. Либо вот это в синий. Так, чук-чук, в синий все покрасила и нормально. Что-то этот отклеивается. Ну да, я приклею. Немножко. А, в принципе, магнит этот можно будет на клей посадить, да и все. И не морочиться. Посадим потом на клей, Дося, да? Вот. Чтобы... Потому что липкая часть не очень такая липкая, скажем так. Ничего, Досечка, давай. Но зато это магнит. Давай. Вот этот будем. Да? Или какой? Сама выбери. Тут у нас Маквин есть. Можешь красненький его. Да. Давай красный тогда. Он был красный. Что-что? Он был красным. Ну, так он и есть красный. Бери, держи. Крась. Вот, а, ну, можно сейчас все красный покрасить. Ну, деткам немножко сложновато, потому что я с рамочкой, тут маленькие такие детальки. Самой было красить. Тут надо очень такую кисточку тоненькую. Вот. А София сейчас все в красный. Красит, да, доченька? И будет красота. Дождались, да, Дося? Наконец-таки высохла, что София очень хотела красить еще вчера. Да, Дося? Он был классным, Дося? Он был классным, да? Но он и есть красный, да? Софичка, а что за песенка там у Маквина? Ты не знаешь? Не знаю. Вот это. Какая? Ну, не знаю я. Ты ж смотрела, Маквина любишь. Такой, смотри, он даже есть классный. Да, ну такие красивые получились, да? Все детальки такие маленькие, все видно. Вот. Красивые. Мамочка потом тоже разукрасит. Но еще. Не останься белым. Я думаю, что ты не оставишь его белым. Все, я все в принципе, можно сделать, как София, все покрасить в красный, а потом детальки сделать там черненьким, глазки. Ну, конечно, когда подсохнет, да, Дося? Ну, мне еще картинка-то понравилась с песочком, который ты делала. Тоже интересненькая. Все. Ну, давай попрощаемся с детками. Вот. Если вам понравилось... Ваше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. София Сан. Пока-пока.